Здравствуйте, меня Морозов Иван, курс магистратуры. Хотел спросить, я как понимаю, сейчас вообще нет смысла в эту эпоху создавать сайты, ну, на чистом языке, типа HTML, там, CSS, JavaScript, с нуля, не пользуясь ни CMS, ни какими-то уже готовыми решениями. Ну, большинство разработчиков все равно используют какие-то готовые решения, ну, на базе, потому что им нету смысла свою CMS писать. Это, ну, да, это лет 15 назад пробовали писать, но смысл в том, что большая часть разработчиков, опять-таки, берут за базу CMS. Там Bittrex пишут, либо туда шаблон WordPress, там Joomla и так далее. Они могут свой шаблон разрабатывать, либо дорабатывать какой-то. Там уже не всегда разберешь, каким способом они пошли, да, если уж совсем там разбираться. А пишут чисто отдельные сайты без CMS, пишут, бывают линдосы. Ну, типа, очень крутые, там, проработанные, там, если какое-нибудь маркетинговое агентство, да, они их могут с нуля писать без CMS, да, могут линдосы писаться. Я как понимаю, в большинстве случаев это все равно как изобретать велосипед все-таки. Ну, если лидинг, то можно писать. Тут просто потому, что это одна страница, и ты, допустим, там, единственное, что будешь крутить, тебе нужно две формы, и ты будешь там контекст крутить, к примеру, да, все, тебе ничего не нужно. Если тебе закрыть клиенту сайт быстрее будет написать самому, сделай так. Если это уже какой-то сайт большой корпоративный или любой другой сайт, то да, CMS. Нету смысла использовать что-то другое, ты возьмешь лучше распространенную CMS и на ней напишешь, допишешь сайт. Понятно, спасибо. Пожалуйста.